Вчера, 11 мая, на территории промышленной зоны Заволжья стартовало строительство третьего предприятия французской компании «Legrand». В торжественной церемонии закладки камня на месте будущего завода приняли участие губернатор Сергей Морозов и директор группы «Legrand» в России и СНГ Алексис Конан. Хочу высказать огромные слова благодарности не только за умение находить совместное решение многих проблем, но и за доверие, которое было оказано компании «Legrand» нам, в Ульяновском регионе. Новая промышленная площадка займется производством низковольтного коммутационного оборудования. Она станет не только третьим заводом компании на территории нашего региона, но и основой нового электромеханического кластера. Сейчас мы уже имеем два очень крупных предприятия. Это на базе «Контактор» и на базе одного из частных индустриальных парков «Комека». Сейчас «Legrand» приступил к строительству полноценной, очень большой, крупной площадки по производству оборудования. Именно здесь станет центр производства этой продукции, центр дистрибьюции по всей Российской Федерации. Созданием нового предприятия компания планирует выйти на рынки Средней Азии, Закавказья, Украины и Монголии. Сумма инвестиций в проект превысила 1 миллиард рублей. Ульяновск – это для нас как бы шанс, это возможности. Здесь у нас действительно поддержка. У нас уже много друзей, мы 10 лет здесь, поэтому очень такой приятный, хороший, веселый день. Новый завод площадью более 20 тысяч квадратных метров появится в регионе уже через год. Таким образом, на территории области создадут еще не менее 300 новых рабочих мест. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.